Шансон ТВ представляет. 13 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Концерт в день рождения Михаила Шуфутинского. 13 апреля. Легендарный Михаил Шуфутинский отпразднует свой день рождения на главной сцене страны. Вы услышите лучшие песни мэтра шансона. «Марджанга», «Мосты», «Душа болит». В программе праздничного вечера выступление звездных гостей, блистательное шоу группа «Атаман» и презентация 25-го юбилейного альбома «Я просто медленно люблю». Я просто медленно люблю, я об одном судьбу молю. Концерт в день рождения Михаила Шуфутинского состоится 13 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Начало в 7 вечера. Билеты в кассах города и в кассах Государственного Кремлевского дворца. До встречи на концерте!